Сегодня главный подозреваемый в деле об убийстве фигуриста Дениса Т. Нуралы Киясов полностью признал свою вину, добавив, что преступление не было заранее спланировано. По словам Киясова, удар ножом он нанес в тот момент, когда хотел помочь своему подельнику Арману Кудайбергенову отбиться от настигшего его Дениса Т. По признанию Нуралы Киясова, нож он достал из рюкзака, чтобы просто припугнуть хозяина машины и якобы сам не понял, как вонзил его в человека. После этих слов главный фигурант судебного процесса в Алматы попросил прощения у матери и близких фигуриста. Напомню, что съемка подсудимых в зале суда запрещена. Журналистам отвели отдельную комнату, где они наблюдают за процессом через телевизионный монитор. Они с Арманом стояли лицом к лицу. Я потянул к себе Дениса Тена. У меня в руках был нож. Я подумал, что увидев оружие, он испугается и убежит. Но Денис не отступил. В этот момент и произошел удар. Я и представить не мог, что он умрет.